Тело погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской исследуют еще раз. Дополнительную комплексную экспертизу назначили по просьбе родственников. Специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время смерти и как долго тело находилось в воде. Кроме того, подробнее исследуют кровь на содержание различных веществ. Напомню, Ирина Ноздровская пропала 29 декабря, а 1 января ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в реке. Там буде поставлено більше десятки запитань, і на ці запитання судово-медична експертиза буде давати відповідь. Це комплексна експертиза, місяць може, а може і менше. Деталі необхідно буде для того, щоб передавати потім матеріали до суду.